Привет, дорогой друг! Недавно в своих видеообзорах я показывал такую модель от компании Evricom R15A. В этом видео хочу сделать дополнение к этому обзору, потому что, если вы помните, те, кто смотрел обзор, в этой модели был косяк с размытием правой стороны. Я связался с магазином, рассказал эту проблему. Они сказали, что проблема такая действительно есть. В первой партии они сразу ее заменили. А всем, кому успели отправить в первой партии, предложили заменить бесплатно. То есть отправить им, и они отправляют новую модель бесплатно за их счет. Исправленную версию. Вот и мне прислали исправленную версию. Сейчас хочу показать, что здесь исправлено. Решилась ли проблема с размытием правой стороны. В целом модель мне очень понравилась, действительно здесь очень красивые цвета, очень хороший контраст, хорошая яркость. Недостатки, конечно же, я в нем показывал в обзоре, но в принципе самый большой недостаток это был просто именно с размытием правой стороны. Если бы не он, это был бы один из самых лучших проекторов, который сейчас можно купить за такие деньги. А тем более с различными скидками можно купить еще дешевле. Актуальную стоимость вы сможете посмотреть по ссылке под видео, там же сможете почитать более подробные характеристики. Но рекомендую также посмотреть обзор, если кто не смотрел обзор, потому что в этом видео я не буду показывать все. По тестовым видео я просто покажу, решили ли они проблему эту с размытием с правой стороны или нет. А более подробную информацию об этом проекторе смотрите в обзоре. Давайте, собственно, переключимся на экран, покажу, что он себе представляет. Осталась ли проблема или нет. Итак, включил этот проектор снова, показываю уже второй раз эту модель, то есть мне ее поменяли. Проблема была первый раз, первая партия была с размытием с правой стороны. Здесь, как видите, с правой стороны уже в принципе как бы решили эту проблему. Давайте, наверное, сразу покажу по фото, по тестовым, посмотрим, насколько это все заметно или незаметно. Возьмем, выберем, к примеру, сразу тест, который показывает именно на размытие. Давайте посмотрим, где вот, чтобы точно видеть, по сетке. Вот у меня вот, вот такой тест. Так, включим его. Идем на паузу. И смотрим. Надеюсь, вам на камеру все хорошо видно. Размытие, в принципе, с правой стороны уже такого нет, как было в первый раз, когда я показывал обзор. В обзоре можете посмотреть, там вообще была правая сторона вся размытая. Сейчас есть чуть-чуть размытие небольшое справа сверху. Именно с левой стороны, например, что сверху, что снизу, довольно четко. Справа снизу тоже довольно четко, то есть одинаково, что слева. А вот справа сверху чуть-чуть видно размытие все-таки. Не знаю, как вам на камерах это все видно. Надеюсь, это все будет вам тоже видно. То есть не до конца. Вроде как и сделали проблему, решили, но не идеально. Это чуть-чуть все же осталось. Но не могу сказать, что прям критично, не хуже, чем в других проекторах. Это все хорошо еще. Проблем с чтением, я думаю, не будет. Я, к примеру, показывал в обзоре, даже браузер запускал. То есть там видно довольно нормально еще все. Можно читать особо и сильно. Ну, давайте прокачу еще другие какие-нибудь тестовые фото. К примеру, вот такое. То есть вижу снизу цифры четко, с левой стороны тоже хорошо читается, сверху в принципе не идеально, но это еще можно сказать, что четко. А вот с правой стороны чуть-чуть подмывает, это заметно, что с правой стороны вот циферки чуть-чуть подмывает. Лучше всего, конечно, по центру показывает вообще четкий текст. Не знаю, опять же, видно ли, не видно вам на камеру это все. Я думаю, это все вы тоже видите. К примеру, еще что-нибудь включу. Ну, вот эти вот все тесты я, в принципе, показывал и на обзоре, так что я думаю, здесь разницы вы особо и не увидите, потому что все цвета, четкость, та же самая, в принципе, все то же самое, что и в обзоре я показывал. Яркость здесь хорошая, то есть проектор, в принципе, могу сказать, что это топ-проектор, один из лучших сейчас. По яркости, по контрасту, по цветам, реалистичным цветам, таким вот именно живым, они перенасыщенным, как, к примеру, в некоторых моделях. Но здесь текст хорошо вообще читается со всех сторон. К примеру, давайте на этом еще остановимся. Сбоку, к примеру, с левой стороны читается хорошо и с правой тоже хорошо. То есть проблем с чтением здесь вообще нет. Это уже хорошо.
что сделали, решили проблему с размытием. По крайней мере, она уже не так видна, как была. А тем более в различных видео этого вообще незаметно аж никак. Давайте, например, запущу какое-нибудь видео еще. Например, давайте включу стандартный ролик. Не хочу включать отрывки фильмов. Вы можете посмотреть отрывки фильмов в обзоре. Я тоже там под видео скидывал. Можете там посмотреть, как показывает цвета. Просто в YouTube отрывки фильмов могут заблокировать. Я включу такие видео, которые пропускаются YouTube без авторских прав. Ну, на этом видео, я думаю, вы тоже видите. Везде все хорошо видно. Хороший контраст, хорошие цвета. То есть этот проектор я рекомендовать могу. Это один из лучших проекторов сейчас за такую, тем более, цену. Он недорогой, он меньше 200 долларов стоит. Тем более со скидками можно взять еще дешевле. На различных распродажах там что-то за 160, наверное, вообще можно купить. Это хорошая цена за такое качество. Ладно, думаю, достаточно. Нет смысла показывать повторы. Смотрите обзоры, кому интересно более подробно. Этот проектор реально хороший. То есть у этой модели, что у меня, например, R15A, тут есть двухдиапазонный Wi-Fi, то есть менюшка, например, давайте еще менюшку покажу. Здесь то же самое все осталось, что и было. Большие настройки. Звук. Bluetooth звук, то есть можно подключать колоночку. Можно подключать колоночку по Bluetooth и слушать через колоночку. Это хорошо, к примеру, вам звук довольно кажется тихий там или некачественный, можете любую свою колоночку Bluetooth подключить и слушать через нее, это будет еще лучше. К примеру, давайте еще включу зеркальное отображение. То есть здесь еще есть зеркальное отображение, что тоже хорошо. Это в R15A. Есть еще просто R15, это базовая версия. Вот, видите, текст, например, здесь тоже видно, что справа сверху чуть-чуть подмыливает, это заметно. Читать еще можно, даже такой мелкий текст, как вы сейчас видите, он читабельный, то есть здесь разобрать несложно. Просто что немножко заметно, что он подмыливает. Проблема решилась, но не идеально. Ладно, на этом тогда закончим, думаю, этого достаточно. Будем выходить. Кстати, давайте еще покажу, как выглядит этот проектор, чтобы вы потом не говорили, что я показываю что-то не то. Так, сейчас включу свет, чтобы было видно. Включаю полностью свет. И, к примеру, вот, собственно, этот проектор у меня стоит. Думаю, вы увидите, узнаете его. И при этом картинка вот такая вот при свете, тем более, тоже хорошая. И как видите, размыто здесь тоже уже убрали. Не знаю, видно, не видно. Стараюсь фокусировать камеру. Ладно, на этом тогда закончим. Думаю, с этим понятно, разобрались. Итак, как вы сами увидели, проблему, в принципе, можно сказать, решили. Не идеально, но в принципе решили. То есть эти недостатки, это уже незначительные, я бы сказал, недостатки, которые не влияют на просмотр фильмов или там еще что-нибудь. Так что в целом, проектор очень хорош за свои деньги, рекомендовать я ее могу. Вот, собственно, все, что я хотел показать вам. Более подробно смотрите обзор. Модель действительно стоящая. А на этом будем с вами прощаться. До скорой встречи, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока!